С 1 января жители Караганды за отопление будут платить больше. В этом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в области уже поднимали на 3,6%. Подорожали вода, газ, электроэнергия и теплоснабжение. Возможность наращивать тарифы до срока их действия монополистам дала проверка поправка в законе о естественных монополиях. Страна перешла на новую политику тариф в обмен на инвестиции. Предполагается, что средства от потребителей пойдут на восстановление изношенной инфраструктуры. Услугодатели области просят больше 19 миллиардов тенге на ремонт сооружений и трубопроводов. Из них свыше 4,5 миллиардов потребуется для улучшения системы теплоснабжения. Поэтому повышение платы за горячие батареи карагандинцам не избежать. С 1 января текущего года изменение тарифа сейчас на рассмотрение, точно цифрами мы не можем сказать. В среднем для населения где-то 15%. На сегодняшний день основная инвестиционная программа у нас утверждается за счет тарифа, за счет потребителя. Да. У субъекта сельскохозяйственного монополия другого дохода нету.